Нет места. Ничего не могу взять. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Фу. О. О. Господи. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. О. О. Есть! Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Может быть. Тоже все это пустое. Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. В древности киноварь использовали, чтобы получить ярко-оранжевую краску для керамики, настенных росписей, татуировок и религиозных церемоний. Надеюсь, это постройка здесь, раз уж мы собрались в деревню. Я тоже. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам. Я бы не отлынивал от занятий, что он тут поискал. Всего год? Больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. Это Кон, бог инков. Он сын бога солнца Инти и богини луны Пачамамы.
Кон управлял ветром и дождем, хотя в некоторых легендах он повелевает только погодой, которая приходит с юга, а его брат Пачакамак управляет погодой, которая пришла с севера. Ну а ты, тебя в детстве хоть раз отправляли в лагерь? Школа-пансион считается? Не знаю, считается? Наверное, нет. Но род меня кое-чему научил. Со взрослыми мне всегда было интереснее. Да, мне его не хватает. Мне тоже. В эту канопу складывают какао-бобы и животный жир, предназначенные для жертвоприношений. Когда наступает сезон сбора урожая, наполненную канопу бросают на поле, как дар Пачамаме, богине-матери. Говорят, что если богиня примет дар, то крестьянин соберет большой урожай, а его скотина даст стабильный приплод. И лаем мы вытащили, так что рука заживет. Да. Мне уже намного лучше. Эй, что-то сработало. По-моему, вода как-то двигает мост. Слишком тяжело. Помоги мне. В ведро набирается вода. Хорошо. Разберемся, для чего тут противовес. Ведро, да вода иди должна сюда. Наполнить попробуем ведро. Попробуем еще раз. Иона, отпускай. Хорошо, не убирается. Речь о месте неподалеку. Две змеи охраняют жизнь и смерть. Я узник в кольце их вечной борьбы. Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или...
Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне. Мы приближаемся к деревне. Скорее бы вернуться в цивилизацию. Эти постройки не похожи на руины в Мексике. В записях отца что-нибудь говорилось про Перу? Нет, я к тому, что в Перу должен быть некий золотой город. Пойдите. Все искатели сокровищ про него наслышаны. Но на Мексике все обрывается, будто он потерял интерес или... Или? Не знаю. В следующем томе речь о Сирии. Эти два бога повелевали подземным миром майя, Шибальбой, что означает «место страха». Вукуб-Какиш, семь попугаев Фара, был жуткой птицей, которая, по слухам, несла в своем клюве ложное солнце. Его помощником был Хункаме, одна смерть. Их обоих убили близнецы-герои после того, как одолели их в разных состязаниях и играх, в которых обе стороны жульничали. Вукуб-Какиш потерпел поражение в игре в дротики, когда близнецы-герои воспользовались духовыми трубками.
Я кое-что нашла. Кажется, тут есть вход. Раз тут спартанские условия, я лучше посижу у костра. Придется залезть, чтобы перебраться. Thank you.
Предметы начала 20 века. Сейчас все внимание приковано к этому пижону Фоссету, но я точно знаю, что дни его славы сочтены. Весь мир запомнит имя Тимоти Уокера, человека, который нашел затерянный город Эльдорадо. Мы разбили лагерь в каньоне. Дорога сюда была трудной и утомительной. Нам нужно отдохнуть несколько дней, определить координаты, залечить раны. А еще я бы не отказался как следует выспаться, хотя бы одну ночь. Говорят, прошлой ночью через лагерь кто-то прошел. Это все джунгли. Я постоянно напоминаю своим спутникам, что мы у цели и должны держаться друг друга. Один из разведчиков заметил впереди какой-то храм. Сегодня утром мы начнем готовить мосты и лестницы, а после обеда покинем лагерь. Начало 20 века.
Кто здесь.
Наверное, выход здесь. Нет места. Ничего не могу взять. Там что-то шевельнулось. Надо перебраться через сенот. Перебраться через сенот. Надо перебраться через сенот.
Они ушли. Надо пробраться через Синод. Надо пробраться через Синод. Можно как-нибудь забраться к алтарю. Наверное, можно как-нибудь забраться к алтарю. Thank you.
Под бдительным оком одного из владык смерти расположены врата Шибальбы, через которые проходит каждый на пути из этой жизни в следующую. У меня нет столько места. Нереально. Больше я не унесу.
Ха-ха-ха!